Сегодня я хотел бы вспомнить человека, с которым общался без малого четверть века. Эти долгие годы убедили меня в колоссальной внутренней организованности и работоспособности Александра, в его желании и умении общаться с музыкантами. Он мог не только придумать, но и организовать и получить результат в подавляющем большинстве своих проектов, в том числе и в музыкальных. Много времени и сил Саша посвятил полноценному представлению малоизвестных музыкантов в своей программе «Ночное такси». Использовал для этого все доступные информационные источники, в том числе радиостанции FM, которыми руководил Александр много лет. Разум, логика развития выбранного дела, понимание организованных процессов, внедрение современных достижений для общения с авторской сюжетной песней были для Александра нормой. Все это время мы общались, учились друг у друга, спорили, с чем-то не соглашались, но всегда без конфликтов и давления авторитета руководителя компании. Чаще мы называли его Саша. Светлая память и уважение за все доброе, что Саша успел сделать для популяризации авторской песни.